В Мирном открылся коворкинг-центр. Это пространство, где деловые люди могут собраться для проведения переговоров или встреч. О центре, его целях, функционале и открывающихся возможностях расскажет Тамара Беспертная. Коворкинг-центр – это специальная рабочая площадка с компьютерами, выходом в сеть, программным обеспечением, принтером и столами для переговоров. Нейтральная территория для деловых партнеров. У нас много предпринимателей, которые занимаются бизнесом, не имея своего офиса, например. В частности, известные такие фрилансеры, которые приезжают в командировки или просто командированные люди, да, в Мирный, и отчасти где-то вот пытаются найти место работы, где бы поработать, распечатать документы или посмотреть на сайте, ответить на свои, значит, ну, по своей почте, по электронным ящикам. А тут мы открываем именно коворкинг-центр, где можно будет прийти, посидеть, поработать. Ну и, скажем так, место для работы, где встречаются предприниматели или сам предприниматель со своим клиентом, где может показать свои предложения, свои услуги или товары непосредственно вот в стенах коворкинг-центра. Коворкинг-центр будет интересен командировочным, творческим людям, лекторам, преподавателям и, конечно, предпринимателям, у которых нет своего офиса. Площади для бизнес-среды предоставил Центр развития предпринимательства, специалисты которого, к тому же, бесплатно проконсультируют по бизнес-вопросам. Представители любого бизнеса могут как одновременно, так и в одиночку брать у нас в аренду эти места, совместно работать, и это имеет под собой ряд преимуществ. То есть люди, находящиеся в коворкинг-центре, могут спокойно обмениваться опытом, устанавливать друг с другом какие-то либо там деловые связи, взаимоотношения, просто участвовать в интересном общении, потому что люди, которые здесь будут работать, они будут объединены общей предпринимательской идеей, вот, они все хотят развивать свой бизнес, а когда люди объединены одной идеей, они всегда найдут решение каких-либо возникших совместных проблем. Открывшийся офис – одна из немногих форм имущественной поддержки предпринимателей. Арендная плата рабочего места низкая – 3000 в месяц. Здесь же гости смогут налить себе чашку кофе, посмотреть телевизор, воспользоваться холодильником. В компьютеры загружено необходимое для делового человека программное обеспечение. Интернет и электроэнергия входят в оплату. Коворкинг-центр работает в том же здании, что и Coffee Travels – вход со двора. Тамара Бессмертная, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».